Новая реальность. Здорово всем! С вами, как обычно, виртуальный диджей новой реальности Бизонотроп. Сегодня мы будем крутить диски от торгового дома Time для Sony PlayStation. Итак, игрушка Perfect Weapon. Вы играете роль Блейка Хантера, мастера боевых искусств, похищенного странными пришельцами, ведущего отчаянную борьбу за жизнь в их экзотическом мире. Вам нужно проявить мастерство владения большим арсеналом приемов схватки, частью из которых вы овладеваете лишь по мере вашего продвижения в игровом действии. Проще говоря, вам нужно научиться не долбить по кнопкам джойстика, а спокойно и красиво, как будто играя на пианино, нажимать нужную кнопку. Игра понравится, как мне кажется, только людям терпеливым. Для тех же, кто привык к быстрому действию, прилагаемое оружие покажется не таким уж совершенным. Мощная сторона игры – это графическое исполнение, одно из самых прикольных среди новейших игр. Очень хорошо подобранное звуковое сопровождение, хотя немного огорчает отсутствие хорошей музыки. Например, могли бы кислоту или хаос засунуть. Самый косяк игры в системе управления. Особенно это заметно при разборках с пришельцами. Многие удары не доходят до цели не по вашей вине. Просто повернуться к следующему врагу занимает много времени, а иногда это просто невозможно. К тому же частые смены ракурсов наблюдения конкретно сбивают с толку и доводят до бешенства. Подскажу, что во втором томе подсказок Tricks для Sony PlayStation есть код непобедимости. Но почему-то у меня он не срабатывал. Может, у вас получится? Попробуйте. Еще попробуйте выиграть диск от торгового дома Time с игрой, которая придется по душе любителям баскетбола – College Slam. Мой вопрос – как можно сохраниться в игре Perfect Weapon? Вопрос не трудный, так что поспешите, а то будет поздно и я передумаю. Пока, а я пошел за новыми играми. Новая реальность.